жизни каждого человека есть моменты, когда нужно бросить вызов судьбе, собрать воедино волю, крепость духа, жизненные силы, терпение и упорство, выстоять и победить. Международный день инвалидов призван развивать традиции милосердия, отзывчивости и чуткости, напоминать всем о нуждающихся в поддержке и помощи, но в то же время мужественных, крепких духом людях. О людях, проявляющих свои таланты в любых сферах жизни. Под ваши аплодисменты я приглашаю на сцену дипломантов первой степени городского фестиваля творчества инвалидов «Мы разные, но мы вместе» вокальный ансамбль «Надежда», руководитель Людмила Иовлева. Я когда-то была молодая. Не луна.